Да. Один в один выходит. Да. Сразу же этот момент. Просто сразу смотри. Повод! А в субботу нормально все? Ну хорошо. Ладно. Ага. Все понятно, спасибо. До свидания. Я тут скамеечки. Что, закончили уже, Сережа, или ты не ходил? Чисто. Сзади, бат, еще бат! Сзади!
Решай сам. В линии штрафной все, блядь, ходу, друг другу, ты блядь. Ты на ходу, блядь. Взял, ну, вроде техника тактическая действительно. Да, и, соответственно, те же стали играть, да, во втором движении. Угу. Курить на спортсооружениях запрещено. А, то есть, понял, вот, извините. Извините. Я погорячился. Продолжай.
сколько выкс населения? 60. Ого. Серьезно, городок. Успокоились, так чуть-чуть держать начали мячишку. Контроль, контроль, мяч!
спину, блядь. Будем тебя заставлять. Чувак, контроль у нас. Кула, кула. Чувак, режем. Левый еще, левый еще. Да, между линиями, да. Еще можно. Чувак, Антон. Нет, перекрой левую руку! Оттуда, да? Влево шикарный был. Попробуй втроем, вперед обработать, да? Да один встречает, и все! Идите вы все остальные от него! Завернись, попробуй вперед сбросить. Ход обработать. Прямо втроем. Есть у нас опорник, Андрюха будет. Вот ты вот здесь бежал. Шире! Давай! Хорошо, хорошо!
Летим или нет? Ну там игрок принимает, бросили ему мяч. Чё ты его к нему бежишь? Ну со своим ты останься. Давай, брат! Давай! 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 Давай
аккуратно. Хитрить ничего, блин. Все там закрыли, вынос. Вот хитрить, я кого-то выбил, сейчас там надо. Зачем? Гол назревает. Все, они все. Сергей Григорьевич, осторожно! Железку сломал, осторожно! Ты рукой чуть не сломал? Защищаясь? Товарищ резервный, не отвлекайтесь. Повнимательней. Резервный отвлекается на разговоры. Ох, ё, вратаришка. Как там сверху? Как там сверху? А так все хорошо. А так все хорошо начиналось, да, Сергей Григорьевич? Похоже, вратаришка погорячился, блядь. И арбитр тоже, блядь, вместе с ним, блядь. Все закономерно. Позиция шикарная, блядь. Григорьевич, вот это и плохо.
футболисты не готовы, так и мы не готовы, блядь, к чему-то, что вот должно, может произойти на поле. Не из ничего, блядь. А к этому надо быть готовым? Это же футбол, блядь. В этом смысле, для чего все это? Отрывание, перемещение. Для того, чтобы где-то прорвать оборону, да? Чтобы заставить кого-то ошибиться. Ну, это в футболе точно. Из ошибок стоит. А наша задача предвидеть это и вовремя принять решение. Ну, или пресечь, или принять решение. То есть ничего не предвещал. Вратарь сам себе привел. Да. А он стоит, как стоял. Не, ну мальчик, там сидится. Я бы отсюда поставил, Сереж. Не раздумывая. Желтую я подумал бы. Да, желтая вот она такая. Да я бы не дал просто. Просто пенал, это наказание. Дари, 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 право руку. Вычинали. Оставляй, бать, оставляй. Два, здесь у меня, два. Так проще. Назад, да? Там вообще, по идее, надо было бежать, и такая зона нет, была. Назад-то проще. Отдал и закуривай. А туда надо рисковать, туда надо бежать. Я не думаю, что он там сил нет или лентяй. Просто тоже психология. Вроде да, все, остановился, отдал. Видно же, что с диагонали, отлепись ты от балабана. Кирилл, и в зону вот сюда беги. Уже, Кирилл, все, уже, уже сюда. Смотри, не усни, Григорьевич. Конечно, у меня, кстати, есть монтажный поезд дома, блядь. Где он только, я сейчас не знаю. Закончил играть. Ужас. И уже там начал судить, ну чуть-чуть. В школу пошел работать. И халтурил в бассейне. И учил одного армянина плавать. Ну, топор, блядь. И он, а он прораб. Подарил мне монтажный пояс. Ну и коньяк такой дорогущий, армянский, блядь. Хорош. Что-то я его не вижу, уехал он, наверное. Не, ну там это было вообще что-то. Это. Я себе сам медаль чуть не дал за то, что я его научил плавать. Да. Медянов, ты куда ты за ним бежишь? Зачем он тебе нужен, этот игрок? Просто топор был, понимаешь? Человек заходил в воду и тонул, блядь. Я его шестом вытаскивал, вернее, давал ему шест в руки. Он хватался, блядь. Поэтому ты смотри, не усни, ёпта.
А то закимаришь, блядь. Не дай бог. Я поэтому туда и не пошел, Серег. У меня была мыслишка. Уходи, ну, уходи. Давай. Уходи. Конец первого тайма. Конец первого тайма. А ведь еще конец второго. Ну, сегодня по тайму. Не потому что, а потому что просто игр не хватает. Замах пошел, отскок! Не подсаживайся, Ниша, сейчас вторим. Сейчас он даст прикурить, блядь. Можно выйти, можно! Уходи, уходи, не бегай туда. Не, а этот зачем вы этому замечание делать? Что там? Что случилось? Что? Ну, фол рядовой, да. Сорок вторая. Это у нас Дима, да? Здесь пад, Кирилл, куда? У меня у пада есть. Теперь сейчас ты. То есть записать на пленку, да, Серег? Отборы, Кирилл. Ну, гол. Мой прогноз должен сбыться или нет? Отскакивай! Так, замаха!
Женя, спина девятая. Вот здесь молодец. Не понял. Смотри. Далеко кидаешь. Перед игроком там, Кирилл. Сейчас от кого-то будет игрок, перед ним встань. Далеко бросай, вот перед игроком. Один перед, второй за спиной. О! О! Да, Леха! Так.